Ашиваза – это большая группа приемов, выполняемых ногами, которые демонстрирует Кирилл Денисов в соревновательных поединках. Он не только получает результативные оценки с помощью этих приемов, но и включает их в свои передвижения, используя их как основу и подготовку для создания коронных бросков. Для того, чтобы приемы ногами стали важной особенностью в соревнованиях, требуется многократное повторение и разнообразие в тренировках. У Денисова есть много различных подготовительных упражнений, выполняемых индивидуально и с партнером. Ему нравится выполнять передвижения, имитирующие соревновательный поединок, который включает в себя приемы ногами. Вот первое из его индивидуальных упражнений Дэши Барая – боковая подсечка. Как и все приемы ногами, полностью задействуется все тело при выполнении упражнения. Денисов придает одинаковое значение обеим ногам. Идея состоит в том, чтобы как будто протереть татами внешней стороной стопы, при этом постараться развернуть ее тыльной стороной наружу. Вот это же упражнение, но уже с двойным шагом. И снова мы видим полное взаимодействие всего тела и великолепное раскачивание от левой ноги к правой. Идея состоит в том, чтобы как можно легче и плавно передвигаться по татами. И снова легкое касание татами внешней стороной стопы. Это упражнение предназначено для контрприема против боковой подсечки. Цубами Гаэши используется для контратаки в случае проведения боковой подсечки вашим соперникам. Когда соперник начинает движение ногой, пытаясь выполнить боковую подсечку, вы поднимаете ногу, а затем незамедлительно проводите контратаку своей ногой, выполняя движение в направлении движения ноги соперника. Цубами Гаэши считается самым сложным контрприемом из всех приемов раздела Ашиваза. Косотогари – задняя подсечка, один из любимых приемов Денисова. В своем упражнении для выполнения косотогари он делает сильное вращение всего тела, перемещаясь в левую и правую стороны и плавно выполняет этот прием правой и левой ногой. И снова обратите внимание на движение верхней части тела, которое работает вместе с ногами. И, наконец, упражнение для акуриаши барай – подсечка в темп шагов. Это передвижение в два шага выполняется для того, чтобы придать максимальную энергию и силу для атакующей ноги, которая необходима, чтобы оторвать обе ноги соперника от поверхности татами. Узнать больше о приемах Ашиваза и коронных приемах Кирилла Денисова вы можете на Superstar Judo.